Тем временем самолеты-бомбардировщики НАТО провели неудачную операцию в афганской провинции Лугар на востоке страны. Истребители Альянса по ошибке сбросили бомбы на жилой дом, где проживали мирные жители. В результате 5 человек погибли, еще 6 получили ранения. По мнению властей Афганистана, силы НАТО спутали кочевников с боевиками движения «Талибан». В самой организации комментировать инцидент отказались. Они сообщили, что позже сделают более развернутое заявление. Отмечу, по данным ООН, за этот год жертвами различных инцидентов стали более 3000 мирных афганцев. Около 6500 пострадали.